Добро пожаловать на канал Hard Reset Info, это телефон OnePlus 8. И сейчас я вам покажу, как на этом устройстве, во-первых, добавить некоторые новые языки, новые раскладки клавиатуры, а потом покажу, как их переключать. Ну, вначале вам нужно перейти в браузер, либо в любое место вообще абсолютно, где открывается клавиатура, да. И на клавиатуре, над клавиатурой вы увидите шестеренку. Если ее не будет здесь, она будет здесь. На троеточии, да, но в основном она будет в самом начале. Нажимаете на шестереночку и попадаете в настройки клавиатуры. Здесь самый первый пункт — языки, выбираете его и добавляете какую-либо клавиатуру. Например, австро-баварский. Добавляем, нажимаем готово. Все, мы добавили язык. Теперь, когда хотим что-то написать, видим, что у нас есть английский язык. Нажимаем на глобус. И вот наш боариш. Короче, австро-баварский, тот, который мы только что с вами включили. Нажимаем опять на глобус и уже русский. Для быстрого переключения вы можете просто быстро нажимать на кнопку, либо же нажимать на кнопку пробел и выбирать нужный вам язык. То есть на кнопку пробел нужно нажать и удерживать, пока не появится такое окошко, и выбираете нужный вам. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока!